А вот законно ли глава МВД Арсен Аваков подарил Пашинскому тот пресловутый ГЛОК, и не превысил ли министр служебные полномочия, так щедро раздавая наградное оружие? Теперь в этом будет разбираться Генпрокуратура. Печерский рассуд столицы обязал ГПУ открыть уголовное производство. Иск подала редакция информационного агентства «Украинские новини». Прокуратура сначала отказывалась открывать дело, тогда пришлось идти в суд. В украинских новинах выяснили, что Аваков награждал своих однопартийцев, друзей и коллег, ссылаясь на дисциплинарный устав Вооруженных сил Украины. Однако, согласно этому документу, дарить оружие может только министр обороны. Тем более, что у МВД есть свой устав, который разрешает Авакову награждать огнестрелом только руководящий состав органов внутренних дел, но никак не гражданских. Министр это проигнорировал и решил воспользоваться, ну, так сказать, соседним указом, дисциплинарным уставом Вооруженных сил Украины, который действительно позволяет министру обороны награждать гражданских лиц, но не министру внутренних дел. Он превысил свою власть, свои полномочия. Закон ему не давал такого права. Все это оружие куплено за счет государственного бюджета. Автоматы Калашникова, винтовки, пулемет Максима и даже легендарный советский пистолет Марголина. Это не полный список подарков от Авакова. По его словам, за 2,5 года он раздал свыше 1000 единиц оружия. Журналисты утверждают, на самом деле более 2000. Вооружены волонтеры, работники прокуратуры и почти сотня нардепов. Завалил подарками Аваков и своего однопартийца Арсения Яценюка. У него 3 пистолета и пулемет. За какие заслуги и кого именно наградил министр, полный список одаренных МВД не публикует, несмотря на решение судов.